Всем привет! Сегодня я вам покажу топ-3 самых прибыльных работ в Amazing Online. Кстати, скачивайте Amazing Online по ссылке в описании. Промокода пока что нет, поэтому здесь промокод, когда админы мне напишут, я просто написал поддержку, чтобы сделали промокод для вас. Да, топ-1. Это работа механика. Здесь вам надо заправлять и чинить машины. Для этого нажимаем G, и вы можете сделать контракт с АЗС. Это вы можете просто вот так выбрать, и все. Ну, то есть подъезжаете там к значку, и вы подъезжаете и заключаете контракт. И вы можете заправлять. Также вы можете починить машину. Сейчас я вам покажу тип. Смотрите. Вписываем ID, и там будет... Вот нажимаем далее. Там будет написано, сколько нужно ему литров. А также, чтобы предложить починить машину, вам надо написать вот так вот. Вот, допустим, вот этот ID и пишем 1000. Это цена, это ID. Также здесь очень много можно заработать. Потому что здесь могут очень много будет всяких людей, поэтому сейчас я вам покажу топ-2. Поехали. Топ-2 это водитель автобуса. Для этого мы нажимаем F и заходим и садимся в автобус. Главное, чтобы у нас были права на категорию, не помню, D или еще какие-то. Оплата за один чекпоинт 252 рубля. Получается, вы просто ездите, ну, это на любителя. Кто хочет много поездить, то это самое то. Вы получаете за это деньги. Но не советую лучше уезжать с этого места. Потому что если вы уедете с такого места, ну, типа с остановки, то вы получите деньги, вам придется назад вернуться. Здесь вы просто ездите по чекпоинтам и за это зарабатываете деньги. Это тоже прибыльная работа. Но советовала бы работать здесь в X2 день. Например, на выходных в субботу или в воскресенье. Итак, ребята, топ-3 работы это Яндекс.Такси. Чтобы устроиться, нужно подойти к этой метке. Устроиться таксистом, и мы устроились таксистом. Теперь мы можем нажать кнопку G, автопарк. Выбираем любую машину, например, эту машину. Так бы уже забрал ее. Можно взять машину под названием Renault Logan. Вот такую. Не есть топливо? В ней нет топлива. Кстати, ребята, с помощью команды FOM, сейчас я вам покажу. Вот такая команда, нажимаем Enter. Теперь мы можем вызвать механиков, вот их номера телефонов. Можем вызвать через сервисные службы. Можем вызвать полицию, единую службу спасения, механика и так далее. А также вы можете просто подойти к любой ближайшей АЗС, купить канистру бензина. И заправить машину. И как только вы заправите машину, вы можете принимать заказы. Чтобы принять заказы, надо активные заказы. Вот, допустим, вот этот заказ, который стоит 14 тысяч рублей. Вы принимаете заказ, и вы спокойно едете. Даже есть доставка еды. Но доставка, ребята, еды работает только в частных домах. А обычная доставка есть, не знаю, оно само генерирует путь и предлагает за эту еще цену. Допустим, вы получите 5 или 10 тысяч рублей. Вот, а чтобы... Кстати, ребята, иногда есть такие приколы, то что вас не принимают в таксопарк. Для того, чтобы вас... Ну, то есть, на всякий случай вам скажу. Нам нужно написать job leave. Если вас не принимают в таксопарк, и вы не можете заспавнить машину, то переустраиваемся на работу, нажимаем job leave, устраиваемся таксистом,
Да и все. Теперь мы можем работать таксистом. Вот, ребята, такое видео получилось. Спасибо, то, что посмотрели это видео. Я очень старался. Ладно, ребята, всем удачи, всем пока. Ждите нового видоса. Всем пока.